Ассалам алейкум, салаги, пришло время нового тутера. Итак, в предыдущей серии мы въезжали в топ перса сервера Юпитера. Пора включить свои экстасенсорные способности. Убили мы его или нет? Кто выбрал ответ «да», вам срочно нужно пойти на кастинг. Ну что, первым делом сходим на БГ, соберем оски на топ-обвес. Нам попалась одна из маневровых гильдий. Сейчас мы им жопу надерем, на их крики никто не придет. За нас вышел Сетикс, за бомжей рыжая собака. Чтобы не было скучно, включу-ка хит. О, да, уже чувствую, как из-под моей соседки бежит кумыс. Да, у меня мало хилок. Не знаю, хватит мне 10 хилок. Или так мало? У нас там есть, прокинь, там время потянет. У тебя же фулл хп, ты же говоришь. Ну, фулл хп, но все равно. Пиздит, как дышит. Мое очко загорелось. Если он проебет этой рыжей собаке, выложу в сир пароль от его ануса. Да мне хил ровно, пишите сейчас. Скиньте этому бомжу хил. Да у меня банчата. Все, бегай. Решили поиграть в догоннику. У меня банчата. Бегай, главное, что не попадало. Лисичка так втопила, что догнала бегающего за ней Сетикса. Полностью соглашусь со своим коллегой. Походу еще соточку нужно зарядить. Ну тут без комментариев. А почему без них? Расскажу вам анекдот. Вышел физит жуки на крыльцо почесать свое очко, сунула руку не туда, так и ебнулся из крыльца. Надеюсь, после такой шутки он не напортачит мне. Соси, соси. Что же это за биквар? Сливают нубским пкашникам дуэли, а в общем, чате кукарекают громче всех. Ой, шас будет жарко, запасайтесь огнетушителем, впустите батю вперед. Пивка для рывка. А великий маг, наложи свою прекрасную ауру. О, да. Спасибо, моя девочка. Так, сейчас! Шоп-морфы все одели! Танки, блять, на центре встали, вот как мост перешли, сразу же встали. Тупые танки, сука, куда побежали? Сказано, сука, где стоять-то? Всем похуй. А ты-то чё, блять, тебя я спрашиваю? Пукан горит, ахаха. Ебало, завали, сука! Что, блять, они не будут дефать? Воины общего чата. Пойду-ка лучше сломаю ворота, а то если этот агрессор увидит менги без морфа, трахнет в жопу. Нету морфа, что ли, блядь? Нету. А почему ему нету морфа, блядь? Потому что не купил. Хуёво, блядь! Сука, по-любому, это блядский физи шепнул ему про мой морф. Сейчас мы его подставим. Тут физи авкашит. Нахуй ты авкаешь, пидор ёбаный, блядь! Да пойдёшь, тварь, во второй состав, нахуй! Азазаза, теперь он будет знать, с кем имеет дело. Так, отлично, регрупп на лестнице на большой, лугари по центру, док! У нас нету лучников, идиот. Регрупп на лестнице, выносим все говно к хуям! Выносим, раздеваем пидоров! Сломали? Пронесли, пронесли! Так, под камень идем! Камень не трогать, камень не трогать! Да хули тянуть-то, там шаверма стынет. На похуй, ребят, разъебывайте камень! Да вот то мы им пуканы-то отжарили, может быть они не будут кукарекать в общей. После столь жестокой победы мы решили забухать и не пошли на следующие битвы. На следующий день мы вышли на охоту, вот что получилось. Yeah.
славно поохотились. По утрам после дрочи, люблю полистать новости Сира, и вот нашел опросик, на самого сильного, ПК Юпитера. Посмотрим варианты ответа. Хуй. 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 Одни хуй, как тут выбирать-то? Может быть есть еще вариант ответа? О да, как обычно утер всем носы, весь сервер знает, что самый лучший юбиватор это я. Переходим к рубрике «Передай привет Менье», попросили передать привет Малине Кириган. Смочим горло. Малина. Да привет! Банихиду с домиков, банихид. Ассаламу алейкум! Теперь объявлю конкурс. Напиши в ютубе под этим видео три моих бывших ника и в следующей части победитель и ждет сюрпризу. А еще в следующей серии вы узнаете, что произойдет с одной из ПК гильдии с Юпитера.